Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь. Это я тебе обещаю. Ну и, конечно же, принимай участие в конкурсе и выиграй любую вещь из выпуска. Погнали уже! Первый всесезонный электроборд-внедорожник. Он предназначен для любителей активного отдыха и, как утверждается, подходит для передвижения по улицам, песку, снегу и грязи. Ни один другой борд не способен перемещаться по пересеченной местности. Аккумулятор электроборда обеспечивает скорость в 32 км в час и запас хода 19 км. Борд является водонепроницаемым. Среди массы необычных велосипедов можно выделить и перечень тех, которые выглядят очень смешно и, казалось бы, непрактично. Это велосипед в виде верблюда. Это чудо техники выглядит как обычный верблюд, но только с педалями. Если хочешь покататься на верблюде, но у тебя нет денег, то данная модель исполнит твою мечту. Да, возьми велосипед в виде верблюда. А почему нет? Но согласись, если встретить эту велотехнику посреди современного города, это будет выглядеть как-то нелепо. Фантастические фильмы, которые еще когда-то казались чем-то совершенно невероятным и далеким, стали еще ближе после появления этого необычного одноколесного скутера. Внешний вид устройства действительно поражает. Его максимальная скорость — 40 км в час. Я разогнался на нем только до 25 км, и уже было довольно страшно. Ведь передо мной ничего нет. Я чувствовал себя так, словно лечу на ковре самолете. А это вполне необычное средство передвижения, аналогов которому, пожалуй, не существует. Это своеобразный гибрид велосипеда, самоката и роликовых коньков. В передней части новинки располагается секция с двумя колесами, большого и маленького диаметра, и руль. К рулевой секции при помощи шарнирных сопряжений присоединены две опоры для ног, каждая из которых оснащена роликовым ботинком, в котором закрепляется стопа. Я люблю и ролики, и велосипед, но мое резюме — хрень. Зачем связывать себя по рукам и ногам? Так убиться только проще. Продвинутым катальщикам на роликах-великах эта вещь, по мне, бесполезная. Это настоящий монстр, доступный в трех вариантах комплектации, которые отличаются друг от друга мощностью установленного двигателя. 1500 Вт, 3000 Вт и 5000 Вт. При этом даже средняя модель мощностью 3000 Вт способна обеспечить байку скорость до 80 км в час. Вообще, если бы не наличие педалей, то его вполне можно было бы принять за электрический мотоцикл. Кстати, емкость аккумулятора здесь также не подкачала. На одном заряде можно преодолеть расстояние до 90 км, если воспользоваться для перемещений экономичным режимом. А это электрический беговой велосипед с 5 передачами. Вполне необычный способ передвижения, особенно для тех, кому надоело сидеть в седле велосипеда. С ним можно преодолевать большее расстояние, чем те, что ты можешь пройти, просто идя пешком. При средней скорости ходьбы 5 км в час по дорожке этого аппарата может быть достигнута скорость движения от 24 до 32 км в час. С одной стороны, ты просто идешь, а на самом деле едешь. Прям как в песне. С одной стороны, мы дома сидим, с другой стороны, мы едем. Только не сидим, а идем в данном случае. Велосипед, работающий по принципу грибного тренажера. Производится в двухколесном и четырехколесном вариантах и сочетает в себе все плюсы кардиотренировок и езды на велосипеде, позволяя задействовать до 90% групп мышц. При езде на нем сжигается до 1200 калорий в час, что почти в 4 раза больше, чем при езде на обычном велосипеде. А для его управления не требуется специальных навыков, что позволяет с уверенностью рекомендовать грибной велосипед практически всем любителям активного и здорового образа жизни. Компания Xiaomi представила свой электрический самокат. Он сделан из алюминия, оснащается аккумулятором емкостью 280 Вт/час, без подзарядки может проехать 30 км. Максимальная скорость — 25 км в час. Крутящий момент, внушительный для такого малыша — 16 ньютон-метр. Система регенерации кинетической энергии при торможении прилагается. Также он может похвастаться дисковыми тормозами, системой ABS, круиз-контролем и светодиодной фарой. Следить за состоянием самоката предлагается через специальное приложение для смартфона. Если ты думал, что эра велосипедов уже прошла, то ты глубоко ошибался. Они, наоборот, взбираются на олимп популярности и не как-нибудь, а с полным апгрейдом. И один из его представителей — это трехколесный велосипед. Хотя, как по мне, это очень отдаленно напоминает привычный нам транспорт. Больно уж он похож на электрический самокат на трех колесах. Хотя на нем можно повторять крутые трюки, конечно, если ты умеешь их делать.
А это у нас набор для превращения обычного велосипеда в электробайк. А что, все думают об окружающей среде, и нам пора. Здесь доставка была супербыстрая. Неделя до Москвы. Все пришло в мегабольшой коробке и без дефектов. Не было ни царапин, ни вмятин. Мне было интересно, как это работает, а поэтому я быстро собрал и поехал. Ехал быстро, но недолго. Во время езды отвалился один из болтов, который держал ротор. Видимо, был заводской брак, а поэтому перед ездой лучше проверить все по нескольку раз. А это спидборд, специально для тех, кто считает, что катание на скейте устарело. Это доски для скоростного спуска. На ней можно разогнаться до 48 км в час. Нехило так, да? Кстати, она электрическая. Одного заряда хватает примерно на 2-3 часа активных катаний. Транспорт не самый хрупкий и спокойно выдерживает нагрузку до 113 кг. Отличительная черта – два колеса, которые могут наклоняться максимально под углом 30 градусов. На спидборде кататься не так легко, поскольку приходится постоянно держать равновесие. Посмотри на это! Ты когда-нибудь видел подобное? У этого велосипеда вместо колес – обувь. На Алике такое колесо точно не купишь, это ручная работа. Самое главное – сделать раму для колеса и, конечно же, прикрутить 6 пар обуви. Обувь можно брать любую, даже самую дешевую. Самый главный минус этих колес в том, что ты буквально чувствуешь каждое нажатие педали. Представляю, если прокатиться на этом велике по Красной площади, я уверен, что все, не стесняясь, будут крутить у виска. Ты помнишь шикарнейшие кинище «Назад в будущее 2»? Помнишь антигравитационный скейт? Мечта всей молодежи 90-х. Конечно, это не летающий скейтборд, но зато перемещаться он может где угодно, плюс выглядит и работает весьма впечатляюще. Фактически перед тобой старый добрый скейтборд, но электрический, да еще и с одним большим колесом, помещенным в центр доски вместо 4 по краям. Управление осуществляется с помощью наклонов доски вперед, назад или в стороны. Все легко и просто. Новомодное средство передвижения Freeline Skate, или другое его название Drift Skate, представляет собой две маленькие независимые платформы, оснащенные 2 роликовыми колесами каждая. Для езды на нем используют движение, так называемое боковой крис-кросс. Ехать на нем можно как под горку, так и с горы. Травм не избежать, без защиты учиться нежелательно. По ощущениям, он не похож ни на скейт, ни на ролики, это что-то третье. Ролики в любом случае лучше. Это доска для серфинга с мотором. Движение мотосерфа происходит за счет вращения гребного винта. Моторы расположены внутри корпуса и имеют особую горизонтальную компоновку. На серфе установлены крепления для ног и ручки для удобного старта. Управление скоростью происходит через нажатие курка газа на пульте управления. Повороты выполняются за счет перемещения доски на левый или правый кант и переноса центра тяжести самим райдером. О, это необычный ходячий велосипед! Дело в том, что заднее колесо велосипеда заменили специальным металлическим каркасом. И поэтому нам кажется, что велосипед не едет, а буквально идет. Конструкция состоит из порядка 400 компонентов, и, естественно, педали приводят это чудо в действие. Создавался этот прототип вручную на протяжении 7 месяцев. Выглядит завораживающе и одновременно пугающе. Но не стоит думать, что велосипед гораздо лучше обычного двухколесного. Ездить на нем долго ты не сможешь. Коротко говоря, непрактично, но интересно. Это средство передвижения помещается буквально в кармане, но, тем не менее, взрослый человек может на нем спокойно покататься. Главными и, пожалуй, единственными достоинствами этого велосипеда является его маленький размер и то, что с него легко падать. В остальном это очень неудобное средство передвижения, вряд ли кто-то захочет ездить на нем на работу. К примеру, на улице Красная в Краснодаре можно встретить Сергея Дашевского, его самый маленький велосипед, который покорил всю Россию. К нему приходили как-то на пункт проката артисты цирка и гимнасты, но и они не смогли приноровиться к его конструкции. Хотя он считает, если некоторое время обучаться, то все получится у любого желающего. Это умный электровелосипед от Xiaomi. Несмотря на то, что педали крутить я не люблю, это чудо по-своему меня удивило. Сам велик предназначен для города. Чем же он хорош? Тем, что это самый настоящий велосипед с велосипедной идеологией, который помогает своему владельцу крутить педали, интеллигентно вмешиваясь в процесс. У него нет курка газа, в любом случае для передвижения необходимо крутить педали. И здесь именно велосипед помогает ездоку, а не ездок помогает мотору. Единственный маленький для меня недостаток – это отсутствие в комплекте крыльев и ножки. А это флевобайк, или 1001 способ, как сломать себе шею.
Эта модель отличается от всех прочих передним приводом и отсутствием руля. Что-то похожее на руль есть, но оно выполняет функцию держателя монеток и тормозных ручек. Зато руки свободны, если не надо тормозить. На обычном велосипеде руки опираются на руль, потому что они должны поддерживать наклоненный вперед корпус велосипедиста и контролировать подвижное переднее колесо. А на этом велике руль не управляет передним колесом. У флевобайка рулит вся шарнирная рама, то есть управление осуществляют ноги и корпус велосипедиста. А это самый быстрый в мире велосипед. Двухколесный железный конь способен развивать скорость, равную 236 км в час. Транспортный агрегат оснащен ракетным дожигателем в качестве топлива, для которого используется перекись водорода. Рекордные скоростные показатели велосипеда и его быстрый разгон позволяют ему посоревноваться даже со спортивным автомобилем. Хотел бы на нем прокатиться? Роллер-серф — это роликовая доска, которая может хорошо поворачивать из-за специальной подвески колес. Отталкиваться ногой при движении не нужно. Поддержание скорости происходит благодаря законам физики и отталкивания от своей массы. Средство для катания состоит из двух платформ, которые соединены специальной пружиной. Он едет не быстро, но хорошо поворачивает. Занятие роллер-серфингом развивает выносливость, силу ног, равновесие и координацию движений. Это роликовые колеса, которые надеваются прямо на обувь. Они раздвигаются под размер обуви. Колесики во время езды светятся. Только желательно выбрать площадку с качественным асфальтным покрытием. По обычному асфальту тоже можно ездить, но уже не так быстро и легко. Подсветка, на мой взгляд, совершенно ни к чему. Чтобы она была видна, нужна темнота, ведь днем она почти незаметна. Да и кататься в темноте — это экстрим. Малейшее препятствие может привести к падению. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra? Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!